Так ты устройся поудобнее и закрой плотнее дверь. И как обычно на премьере по воскресным по утрам. А передача в мире Дэнди прямо в дом приходит. Мире Дэнди, мире Дэнди. Ну вот опять и мы, и ваша любимая передача «Мир Дэнди». Мы так ждали этой встречи с вами, потому что у нас для вас такая обалденная новость, но об этом чуть попозже. А пока смотрите новинки, новые игры, новые секреты. И вы останетесь довольны. В эфире традиционная рубрика «Обзор». Сегодня будет две игры. Первая из них — это «Dukes of Hazzard» для любителей погонять на машинах. А вторая — это War of the Worms. Стратегия плюс экшен. Музыка в стиле кантри, бесшабашные ковбои, готовые обстрелять любого из шерифов. Но не подумайте, что это какая-нибудь дикозапная бродилка. Как ни странно, это гонка, причем сюжетом. Вам предстоит погонять по просторам Америки, развлекаясь на полную катушку. Вы будете отрываться от назойливых полицейских, а машина будет выписывать невероятнейшие трюки. На дороге навалено столько препятствий, что можно просто обалдеть. Всевозможные трамплины, уже ни на что не годные машины, в общем, все, что душа пожелает. В целом, Dukes of Hazzard напомнила мне Need for Speed 4. Похожее управление, стиль и так далее. Но, конечно же, Dukes of Hazzard — это нечто оригинальное и свое. Вам надо показать себя как короля дорог. Вам не только надо мотать удочки, но и кого-нибудь сбивать. Или еще что-нибудь в этом роде. Короче, Dukes of Hazzard еще даст о себе знать. Честно говоря, когда я впервые увидел War of the Worlds, я подумал, что это нечто похожее на War Games, трехмерную стратегию. Отчасти я обрадовался, но потом оказалось, что это стопроцентный экшен. И тогда я обрадовался на все 100%, потому что я обожаю экшен, особенно в таком стиле. Сюжет игры таков. На планету напали инопланетяне недалеко не с мирными намерениями. Конечно же, люди просто так на это смотреть не стали и собрали все, что можно из вооруженных сил. И получилась довольно-таки мощная военная сила. Вам надо отбиться от назойливых инопланетян и прогнать их куда подальше. И вы, как обычно, должны помочь во всем, в чем только можно. Для начала, по усмотрению программистов, вам необходимо пройти тренировочный уровень, что очень поможет в дальнейшем прохождении игры. Сделать это будет совсем непросто, но это вас не остановит, я думаю. Тем более, что этот тренировочный уровень в конце превращается в наступление инопланетян, и вам придется оборонять вашу базу. Но самое главное, что вы их последняя надежда, и в последующих миссиях вам предстоит и атаковать, и обороняться, может быть, даже отступать, но это вряд ли, так как вам дают достаточно военной техники. В вашем распоряжении танки, самолеты, башни, ракетницы, подводные лодки, да все, что душе угодно. Все ваши действия будут сопровождаться просто классным музоном, уж поверьте мне, я знаю в этом толк. Еще я хотел бы отметить то, что в игре War of the Worlds просто куча обстрелов, спецэффектов, и это берет за душу. Вы не пожалеете, приобретая эту игру. Внимание! До 26 декабря в страховом магазине компании «Айни» можно застраховать школьников от несчастных случаев по льготным тарифам. По номерам полисов проводится розыгрыш. Главный приз – купон на бесплатное обслуживание на 1000 рублей в магазине «Росспорт». Выигрывает каждый второй билет. Адрес: универмаг «Маяк», первый этаж. Каждое воскресенье на телеканале «Премьер» ваша любимая рубрика «Новинки игрового мира». И опять Dreamcast. И классная реальная драчка Power Stone. Помните силу камня. Thank you.
мечтаете о новой приставке, например, о Sony PlayStation, но совершенно не знаете, куда деть старую, а тем более груду устаревших игр, в магазине Rollsport вы сможете обменять старую приставку на новую. А старые игры на новые. Обмен только в магазине Rollsport. И не забудьте, обмен только до 20 декабря. Спешите. Теперь у нас для вас супер новость. Вы уже натренировались в Tekken 3? Если нет, то поторопитесь. Ибо 23 декабря, в четверг, в Доме культуры Тарного кабинета пройдет чемпионат. Название лучшего игрока в Tekken 3 нашего города. И соберутся лучшие из лучших. Которые покажут все, на что они способны. И не забудьте, 23 декабря, в четверг, в 6:00, ДК Тарного кабинета. Место стрелки изменить нельзя. Мы ждем вас. Отвлечемся немножко от видеоигр и поговорим, как и в прошлый раз, об аксессуарах, поступивших в магазин Rollsport. Первое, на чем я хочу заострить ваше внимание, это CD-кейс. Такой мини-чемоданчик для хранения и транспортировки ваших дисков. В него помещается 14 дисков, которые укладываются в специальные слоты для хранения. Повреждение дисков в таких условиях исключено. И даже при падении CD-кейса с ним ничего не случится. Сможете ли вы гарантировать их сохранность при падении пластмассовой коробки? Конечно же нет. CD-кейс же вам это гарантирует. Далее у нас аналогичная вещь, но уже для транспортировки Sony PlayStation. Фирменная столочка PlayStation. Недостаточное место для самой приставки, всех джойстиков и проводов. Плюс в комплект входит фирменный джойстик и memory card. И напоследок я расскажу вам о чистящем диске. Если у вас приставка не новая и уже начинает конфликтовать с некоторыми дисками, то наверняка вам пора чистить линзу вашего CD-рума. Для этого и понадобится вышеупомянутый диск. Не буду объяснять, как им пользоваться. Скажу только, что он подходит не только для Sony PlayStation, но также и для персонального компьютера, где он просто незаменим. Магазин Rollsport представляет. Больше Египта. Больше опасности. Больше действия. Больше Лары Крофт. И нет ничего и никого, кто ее остановит. Tomb Raider 4. Наверняка малое количество геймеров помнит такую игрушку, как Runabout. Зато гораздо большее количество геймеров запомнят такую игрушку, как Runabout 2. Просто поиграйте. Не знаю, помнят ли еще геймеры такую игрушку на Sony, как Runabout, известную многим как Filoni 1.79. Эта игра привлекла всеобщее внимание своей оригинальностью и игровым процессом. Так вот, те, кто помнит ее, несомненно обрадуются продолжению этой игрушки Runabout 2. Итак, сумасшедшие гонки продолжаются. Просим людей спрятаться в дома, а водителей убрать машины с проезжей части. Странно, они не послушались. Они, наверное, думают, много не может сделать один автомобильчик. Поверьте, много, если за рулем сидит великий и ужасный геймер. И когда общий ущерб, нанесенный городу, зашкалит до семизначное число, городской бюджет содрогнется. Но ведь нас это абсолютно не волнует. Итак, вы хотите забыть про все правила и ощутить настоящую свободу? Да? Тогда поехали. Для начала придется выбрать средства передвижения. В самом начале игры их всего 4. Не стоит делать огорченные глаза, потом их будет гораздо больше. Определившись с выбором, можно полазить по настройкам и отрегулировать все, что захотите в своем автомобиле. А потом можно уже и на трассу. Как вы догадались, самая главная цель – это доехать до финиша, пока не истечет время. И, конечно же, не раздолбать свою тачку.
поверьте, это не так-то легко сделать, как кажется, и придется долго помучиться. Также попробуйте как-нибудь разнести пол города и при этом остаться живы. Или же можно заняться поиском секретных мест. В общем, извращайтесь как хотите. За это вам будут давать и секретные машины, и кое-что другое. Какие машины, я вам не скажу. Тут не испортите сюрприз. Только не обалдейте, когда увидите. В общем, игрушка получилась отпадная и привлечет внимание многих геймеров. И как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И лучше один раз поиграть, чем сто раз увидеть. Из этого математического уравнения следует, что лучше один раз поиграть, чем 10 000 раз услышать. Вывод. Не слушайте меня, покупайте и играйте сами. Теперь в Калининграде есть место, где могут перезимовать роллеры. Это недавно открывшийся в парке Калинина скейт-парк. Организаторы неплохо постарались, установив в большом и просторном зале всевозможные трамплины, заезды и другие приспособления для агрессивного катания. Так что если некоторые думают, что зимой ролики и скейты не нужны, они заблуждаются. Роликовый сезон теперь не летом, а круглый год. А теперь традиционная рубрика Help. И сегодня секреты будут для игры Tomb Raider 4, но только для устройства Game Shark. Но если у вас нет Game Shark, не расстраивайтесь. В магазине Roll Sport вы без проблем сможете его приобрести. Лично я, как ведущий рубрики Help, считаю, что Game Shark — это лучший подарок геймеру к Новому году. Итак, Tomb Raider 4. Коды для Game Shark. Бесконечный воздух. 800 AC 3 0 E 0 6 B 2. УЗИ 300 AC 4 1 500 FF. Бесконечные патроны для УЗИ 800 AC 4 4 4 FF FF. И бесконечные большие аптечки 800 AC 4 3 E F F F F. Ну вот, наша передача опять подошла к концу. И нам ничего не остается сделать, как опять с вами попрощаться. Но мы не расстраиваемся. Потому что мы еще встретимся в четверг в 6 часов в ДК Тарного комбината. Как в старые добрые времена. Приходите, будет интересно.